У меня будет инсулиновый шок. Но это того стоит. Дядя Ян нанял домработницу. Она и массаж делает. Я хотела, чтобы ты рассказал, что ел печенье, которое тебе нельзя трогать. А я бы сняла это на видеокамеру и показала маме, потому что я ябеда. Чувак, я тебе верю. Я часто замечаю необычное. Наш почтальон, он наверняка оборотень. Но нужны доказательства. Иначе люди подумают, что ты сумасшедший. Мы знакомы тысячи лет. Мы прошли большой путь после колледжа. Ну, ты не очень большой. Я бы хотел полюбить эту песню, но ты же сам слышишь. Два, девять, Б, И, Г. И, пожалуйста, пусть нас скорее удочерят. И мама, и папа будут хорошие. И у них будет единорог. Аминь. Смотрите, самый завораживающий предмет. Невозможно отвести взгляд. Ну вот, я забыл, о чем говорил. Блиц там самый расторопный. Эффективнее всех работает. Что, ты хочешь сказать, что ленивцы медленные? Блиц, Блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Это невозможно. Я не говорю с бурундуками. А откуда вы знаете мое имя? Животные все говорят. Ну да. Ген, сделай так, чтобы ее не было, а? Ну ты же все можешь. Ну пожалуйста.